Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі 36.6. Програма про здоров'я. В студії Анна Трофімова. Сьогодні тема нашої розмови – стоматологічні захворювання. За статистикою, захворюваннями парадонту страждає 86% дорослого і 65% дитячого населення. Друге місце серед стоматологічних захворювань після карієсу зубів. Але втрата зубів через захворювання парадонту вдвічі-втричі перевищує показники у порівнянні з карієсом. Сьогодні гість нашої студії Віктор Миколайович Крижановський, практикуючий лікар-стоматолог, парадонтолог. Вітаю вас. Добрий день. Можна сказати, що зуби як дзеркало відображають загальний стан здоров'я людини. Розкажіть, будь ласка, що людям потрібно знати про стоматологічні захворювання та їх вплив на загальний стан здоров'я людини? Прежде я хотів поблагодарити, що ми сьогодні спілкуємося на цю тему в цій студії. Так, дуже приємно вас бачити. На самом деле проблематика заболівань парадонта или стоматологических заболеваний очень велика и очень влияет на наше общее состояние здоровья, так и на психоэмоциональное или социальное такое даже ощущение человека. Если у человека нет проблем с полостью рта, с зубами, с деснами, то человек себя чувствует комфортно, он комфортно общается, он улыбается, он не прикрывает рот во время разговора, то есть ведет себя естественно. Если же есть какие-то заболевания, и человек уже скован в общении, он прикрывает рот, он скованно улыбается, не работает мимическая мускулатура, и создается впечатление, что человек неестественно себя ведет. Это как вербальное и невербальное. То есть мы сразу с собеседника считываем информацию. Если нам что-то не нравится, мы с ним общаемся немножко по-другому. И это сказывается как на заведение как новых знакомств, новое общение. И в целом на такое, знаете, как самоощущение себя в обществе. Психологическое, да. Если, не дай бог, у человека неприятный запах изо рта, это, опять же, порождает определенные комплексы, человек отстраняется, и, опять же, мы это считываем, и мы видим, что это что-то не так с человеком. И совсем наоборот, если у человека все в порядке, он себя ведет совсем по-другому. И это, естественно, не может не сказываться на заведении новых знакомств или продлевание каких-то уже старых знакомств. Это как социальная такая проблематика. Другая сторона медали, можно сказать, это общее состояние человека. Уже на сегодняшний момент доказано, что очень много болезней связано непосредственно с заболеваниями полости рта. Это связано с тем, что если есть серьезные проблемы в полости рта, то это сказывается и на общем состоянии организма. Могут страдать такие органы, как глаза, сердце, почки, желудочно-кишечный тракт. И сегодня уже грамотные специалисты, терапевты, эндокринологи, если они видят, что есть серьезные проблемы в полости рта, направляют непосредственно к стоматологу, чтобы вначале решить проблематику заболевания полости рта, а потом уже приступают к лечению своих заболеваний. А як впливають саме хвороби зубів на загальний стан? Чи є прямий зв'язок? Безусловно. Діло в тому, що, ну, якщо брати заболівання зубів, такі як розпространений каріс, який може привести до пульпіту або перидонтиту, то це непосредственно качество пережовування пищі. Если недостаточно качественно пережевывается пища, то сразу страдает желудочно-кишечный тракт, и в первую очередь это желудок. Если взять заболевание парадонта, то в данной ситуации риск связан с тем, что в полости рта аккумулируется большое количество микроорганизмов, которое размножается, микробов становится больше. В связи с этим токсинов или продуктов жизнедеятельности микроорганизмов тоже становится больше, они попадают в кровь и расходятся по всему организму.
и получается непосредственно бьют по органам, о которых я говорил. То есть стоком крови это распространяется по организму, поддерживается воспаление или они вызывают воспаление. Зрозуміло. А ось існує думка, що пародонтоз і пародонтит – це хвороби-близнюки. Чи так це насправді? Розкажіть, будь ласка, про відмінність між цими хворобами. На самом деле, даже врачи путаются в терминологии. Само по себе мы привыкли к слову пародонтоз. И это слово больше у нас на слуху, и мы все, что касательно проблем с дёснами, называем пародонтозом. Если взять по статистике и выделить такое заболевание, как пародонтоз единое, то оно встречается крайне редко. Это 1-8% по разным показателям. Все остальное – это пародонтит. Так получилось, что разные школы пародонтологические выделяют разные заболевания. Или, скажем так, одни заболевания называют разными словами. Поэтому на просторах постсоветском выделяют такое заболевание, как пародонтоз. И есть еще определенные страны, где в классификации пародонтоз такое заболевание существует как отдельное. Поэтому это понятие, мы должны для себя понимать, с чем мы имеем дело. Ну, вот так вот. Расскажите, пожалуйста, детальнейше про пародонтоз. Какие симптомы этого заболевания? Как его можно выявить? Пародонтоз – это заболевание, при котором оголяются корни зубов, зубы неподвижные, нет кровоточивости, нет воспаления и нет неприятного запаха изо рта. То есть постепенно у человека опускаются десна, и зубы кажутся, как выросли. На самом деле оголяются корни. Это как он проявляется в полости рта. На самом деле этиологично, откуда он берется, считается это генетическая предрасположенность и какие-то общие соматические заболевания. Характерной особенностью является то, что заболевание прогрессирует без воспаления, в отличие от пародонтита. То есть кость вроде бы как тает, без воспаления. Тобто, а пародонтит – це запалення, так, в першу чергу? Пародонтит – это когда начинает рассасываться кость челюсти из-за воспаления. То есть там совсем другая картинка, там получается, на первый план выходят признаки воспаления. Вначале пациент обращает внимание на то, что… человек обращает внимание, что кровоточит десна при чистке. Это самый первый симптом проблем с деснами. И это уже должно быть как красной лампочкой, что надо обратиться к стоматологу, проконсультироваться, потому что десна в норме не должна кровоточить. Если дальше заболевание прогрессирует, то потом это перебрасывается на кость, и уже другая этиология, другой патогенез, по-другому развивается заболевание. А какие есть методы профилактики? Если говорить о пародонтозе, то профилактики, наверное, не существует, потому что, если опять мы возьмем генетическую предрасположенность, то с профилактической точки зрения повлиять никоим образом невозможно. Если говорить о том, что это какие-то общие соматические заболевания, которые приводят к рассасыванию кости без воспаления, то это раннее выявление этих заболеваний и лечение этих заболеваний. Если говорить о пародонтите, то профилактика – это хорошая гигиена. Необходимо с самого начала научить детей чистить. Детей чистить зубки должен научить родитель. Родителя должен научить специалист. Поэтому на сегодняшний момент в своих клиниках мы выстраиваем схему таким образом. Мы вначале учим родителей чистить, потом мы говорим о том, что они должны непосредственно детей своих научить чистить. И хорошая чистка, домашнее ухаживание за зубами – это уже такой хороший залог здоровья. Это как домашняя часть, ну и посещение специалистов для того, чтобы специалисты со своей стороны могли помогать, дочищать, контролировать состояние.
Состояние так, полости рта необходимо периодически приходить к стоматологу на осмотр. А, ось, тобто вибір зубної щітки та зубної пасти дуже важливий. А як правильно підібрати людині? Чи за допомогою лікаря тільки? Ну, на сьогоднішній момент разнообразие зубних щеток і паст потрясає. Достатньо зайти в супермаркет для того, щоб упасть от разнообразия. Да? Дело в том, что надо просто тщательно чистить зубы. Если человек научился чистить зубы одной щеткой, и у него хорошо получается, замечательно. Если он купит самую дорогую щетку или самую красивую, и у него не будет получаться чистить зубы, то зачем такая щетка? Поэтому, учитывая то разнообразие щеток, человек должен подобрать себе щетку. В идеале это делает специалист, пародонтолог. На сегодняшний момент, если взять клинику, в которой мы работаем, у нас есть такое посещение, называется урок гигиены, когда человек имеет возможность прийти к специалисту, принести те средства гигиены, которыми он пользуется, показать, как он пользуется в домашних условиях. Пародонтолог может оценить, насколько достаточно или недостаточно эта гигиена, может быть, ему что-то порекомендовать другое, может быть, какие-то другие средства гигиены. И для каждого человека подбирается индивидуально средство гигиены, ну и, соответственно, щетка, паста и ополаскиватель. А що стосується лікування пародонтозу і пародонтиту, якщо все ж таки поставили такий діагноз, що потрібно робити далі і яке буде лікування? На сьогоднішній момент достатньо великою проблемою существує поняття лічення або не лічення цього заболівання. К сожалению, приходят пациенты очень часто в клинику с тем, что сколько он не ходил к специалистам, ему все говорили, что это заболевание навсегда, оно никогда не вылечится. У нас существует понятие, и самое страшное, что это у врачей, это понятие сформировано, что пародонтит или пародонтоз не лечится. На самом деле эти заболевания лечатся достаточно хорошо. Единственное, необходимо правильно подходить к лечению и... тогда результаты очень хорошие. Из своей практики могу заявить о том, что на самом деле результативность лечения на сегодняшний момент хорошая. Результаты, результаты поддерживаются очень много лет. Мы этой проблематикой занимаемся уже больше 10 лет. И это можно утверждать на собственном опыте. Другое дело, если лечить... не по протоколам или, скажем, фантазировать в лечении этих заболеваний, тогда результаты не всегда получаются хорошие. Пациенты с тем, что качество не лечится, данная проблематика, ситуация усугубляется, и потом тяжелее выходить из этой ситуации. Расскажите, пожалуйста, детальнейше про развиток этих заболеваний. На сегодняшний момент уже доказано наукой, и подтверждено нашими клиническими наблюдениями, отведено микроорганизмам, которые живут в полости рта. В спокойном состоянии, в норме, у человека живет больше 500 видов микроорганизмов в полости рта. И они не вызывают никаких заболеваний. Но с определенными условиями эти микроорганизмы могут начать больше развиваться и могут приводить к таким заболеваниям, как пародонтит. Что происходит? На первом этапе воспаляется десна по какой-то причине. То ли это гормональный какой-то стресс, то ли это неудовлетворительная гигиена. И образуется небольшой карманчик, в котором это между зубом и десной, в котором откладывается налет и живут микроорганизмы. Если вовремя не почистить и не успокоить десну, то в этом кармане начинает развиваться большое количество микроорганизмов. Они со своей стороны выделяют токсины, это продукты жизнедеятельности, которые усиливают воспаление. И это воспаление уже передается на кость. Кость начинает рассасываться. Карманы становятся глубже, микроорганизмов становится больше, токсинов больше,
больше рассасывается кость, и это, знаете, как в медицине называется, порочный круг. Одно стимулирует другое. И если процесс этот не остановить, то происходит то, что возле зуба полностью рассасывается кость, зуб начинает шататься, и в конечном итоге он или выпадает, или удаляет его стоматолог. Это является как основным этиологическим таким механизмом развития этого заболевания. И поэтому, зная вот эту основную причину, все наше лечение первоначально направлено на то, чтобы уменьшить количество микроорганизмов. На первом этапе, на максимально, скажем, начальных стадиях, если нам удается почистить хорошо поддесной, убрать микроорганизмы, то процесс полностью на 100% восстанавливается. Десна успокаивается, опять же она становится здоровой, прирастает к зубу, и процесс рассасывания кости не начинается, или, если он уже был начат, то он останавливается. Если же это не делается, то процесс прогрессирует, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но тем не менее постоянно потихоньку рассасывается кость, что приводит к потере зубов. Поэтому все лечение идет у нас в таком направлении, первоначальное. А дальше, если уже это лечение не помогает, то есть или, скажем, хочется усилить результат лечения, то тогда мы уже прибегаем к другим методикам, которые направлены на другие механизмы. А сколько часу тривает лечение приблизно? Естественно, это все зависит от степени поражения. Так, если это гингивит, самая начальная стадия заболевания, то это где-то, ну, в целом может быть занять 2 часа, 3 часа. Если это пародонтит тяжелой степени тяжести, то в кресле у пациента надо провести где-то 8-10 часов. Ну, понятно, что это не за одно посещение, так-то. Это делится по часу или по 2 часа на один прием. Но, тем не менее, суммарно это порядка 10 часов. А кто частіше страждает цими хворобами, жінки чи чоловіки, якщо є така статистика? Ну, статистика есть, но на самом деле, как врач, я могу заявлять о том, что, наверное, страдают одинаково. Единственное, что женщины больше следят за собой и чаще обращаются к специалистам, к нам за помощью. А по клинике я вижу, что все-таки и мужчины, и женщины страдают, наверное, в равных частях. Единственное, что на каком-то этапе больше это касается мужчин. Очень агрессивно протекает пародонтит у мужчин в возрасте от 35 до 40 лет. Это такой период, когда вот это заболевание развивается очень быстро, даже, скажем так, молниеносно, в течение 5-8 лет человек может потерять все зубы. Если вовремя не остановить и не пролечить это заболевание. У женщин обострение или, скажем, пик заболеваемости смещен от этого возраста и больше уже переходит за 45-65 лет, как-то вроде бы как чаще женщины обращаются. Но опять же, может, это связано с тем, что женщины за собой больше следкуют. Да, больше следкуют, чем мужчины. А что касается детей? Чи распространена эта хвороба среди детей? На сегодняшний момент как все заболевания, так и пародонтит молодеет. Да? То есть есть такое понятие, как молодеет заболевание. То есть проблематика уже больше касается детей. Это связано с тем, что нарушен иммунитет, с тем, что питание нерациональное. И, естественно, это сказывается на организме в целом и, в частности, на тканях пародонта также. Есть еще один момент, когда это заболевание сильно прогрессирует у детей. Это сахарный диабет первого типа. Это заболевание, которое развивается в детском возрасте. Сахарный диабет – это очень тяжелое соматическое заболевание, которое приводит к нарушению во всем организме и очень сильно касается и полости рта, и в частности тканей пародонта. У меня буквально на прошлой неделе был парень, которому 23 года. Он
у него сахарный диабет первого типа, и, к сожалению, я могу констатировать, что там ситуация катастрофическая. То есть на самом деле он приходит уже ко мне не как к первому специалисту, ему уже готовят удалять там порядка 10 зубов, именно связано с заболеваниями пародонта. Также у детей обостряется это заболевание в период гормонального восстановления. Связано это чаще всего с тем, что на фоне гормональных сдвигов идет воспаление десны, ухудшается гигиена, и потом, как по цепочке, подсоединяется воспаление, которое начинает приводить к рассасыванию кости. Поэтому у детей эта проблематика также актуальна. Да, так же актуальна. А які на сьогодні все ж таки найбільш ефективні методи лікування цих хвороб, і чи впроваджуються нові методики? Новые методики появляются чуть ли не каждый день. Насколько они эффективны, это другой вопрос. Все равно на сегодняшний день остается, если брать как лечение, есть протокольная часть, которая не менялась уже много-много-много лет, это пародонтологическая чистка. А уже после того, как выполнена одна часть, тогда мы можем уже дополнять другими современными методиками, такими как лазер-терапия, озон-терапия, вектор-терапия, фотодинамическая терапия. То есть методик очень-очень много. Но сами по себе вот эти новые методики, они не работают. Это всего-навсего как дополнение к основному курсу лечения, к пародонтологической чистке. На вашу думку, чи можна лікувати пародонтоз і пародонтит народними засобами, наприклад, травами? Это, наверное, самая обсуждаемая тема в интернете. Можно ли вылечить пародонтит или пародонтоз травами? Ответ однозначный – нет. Травами мы можем, или какими-то мазями, болтушками, мы можем бороться только с симптомами заболевания, но никак не с самим заболеванием. Чаще всего людей беспокоит кровоточивость десны и гноетечение. Травы, которые применяются, они применяются с той целью, чтобы кровоточивость уменьшилась. И на самом деле есть травы, отвары которых усиливают стенку сосуда, и десна перестает кровоточить. Но это никоим образом не связано с лечением заболевания. Так как суть заболевания, она находится глубже. Суть заболевания на сегодняшний момент, главенствующую роль в развитии пародонтита отводится микроорганизмам, которые живут в глубоких карманах. И повлиять на количество этих микроорганизмов можно только с помощью наших медицинских профессиональных манипуляций, когда мы их оттуда, ну, грубо говоря, чисто механически достаем. Если мы оттуда их механически достаем, потом еще добавим какой-то антибактериальной терапии, то результат будет хороший и стойкий. И заниматься самолечением, а заболевание будет прогрессировать и будет уходить все глубже и глубже. И с того состояния, которое мы бы могли достаточно легко остановить этот процесс или вылечить на 100%, а ситуация уходит глубже, и тогда лечить его сложнее, а иногда и невозможно уже, и приходится уже удалять зубы. А як потрібно харчуватися, щоб не було стоматологічних проблем? Ну, наверное, не скажу нічого нового. Раціонально. Да? Это хорошая, здоровая пища. Желательно, чтобы побольше было растительной пищи, чтобы это была твердая пища. Ну и сбалансированно белки, жиры, углеводы. Этого достаточно для того, чтобы это было тоже таким хорошим залогом на здоровье. Зрозуміло. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Пожалуйста. Шановні телеглядачі, нагадаю, що ви дивилися програму 36.6. Сьогодні гостем нашої студії був Віктор Миколаєвич Крижановський, практикуючий лікар-стоматолог та пародонтолог. І ми говорили про лікування та профілактику таких захворювань, як пародонтоз та пародонтит. А ми з вами прощаємось та бажаємо вам красивої, гарної усмішки. До нової зустрічі!